Нам тут в паблик ВКонтакте подкинули необычную контору, которая очень отличается от всех остальных. Она оказывает услуги ПК-мастеров дистанционно. Таких мастеров у нас еще не было, и сегодня мы ее проверим. А спонсоры этого видео – наши подписчики. Серстрик, Мистер Дровчик, Экспрессакап, Декод Декод, Лайфэкс, АДК Инк, Рэй Инфинт. Ребята, огромный вам респект. Вот прям вот от души спасибо за поддержку канала. Вот сколько мы с вами горе домашних мастеров только вот не видели, а? И тряпками они мокрые компы вытирали, и под любыми предлогами пытаются твой комп забрать к себе в сервис, где уже дико накрутят цены, предлагают тебе вообще весь комп заменить, насчитав кучу денег за железо. Деньги. Все требуют деньги за выезд, даже если оператор говорит, что этот выезд бесплатный. Все это, знаете, гнилые домушники, которые так и хотят нажиться на твоих проблемах. Но интересно, а как захочет нажиться мастер, который не придет к тебе домой, а дистанционно залезет в твою систему? Давайте посмотрим на это все дело поближе. Ага, они называют себя «Служба добрых дел, спасаем ваши гаджеты». Судя по дедушке и девушке, целевая аудитория таких услуг – это не шарящие в компах люди. Вот прям то, что нам надо. Разовое обращение, годовое обслуживание. Ага, все-таки у них есть выезд мастера, но в ограниченном количестве городов. Так, работают по всей России. Ага. Отзывы. Где эти все люди, которые написали вот эти отзывы? Тут даже формы для отправки отзыва я не вижу. Ох, уж эти отзывы на сайтах. Приобрести услуги можно у одного из этих партнеров. Мне кажется, это просто картинки на сайте, которые ничего не значат, но я все проверю. Сейчас только оплачу обращение и начнем. Опа, смотри-ка, мелкий шрифт. Я уже собирался им было деньги платить, но чисто случайно заметил, что халява все-таки есть. И при скачивании приложения это мое обращение будет бесплатным. Хорошо. Судя по всему, они помогают с помощью TeamViewer. И интересно, что они могут сделать, если у тебя просто комп не загружается, да и синий экран выскакивает. Приложение я скачал, авторизовался. Давайте теперь позвоним в службу. Служба добрых дел приветствует вас. День в самом разгаре, и ради вашего звонка мы решили пропустить обед. Главное сделать ваш день чудесным. Ой, да ладно. Если вы уже приобрели обед, обед уже давно прошел. Добрый вечер, меня зовут Эльнур, чем я могу вам помочь? Здравствуйте. А это у меня, в общем, компьютер как-то подтормаживает. Специалист и с вами свяжется и все сделает вам. Ага, хорошо. Так, а эта услуга платная, бесплатная будет? Как это можно вот организовать? Сама по себе услуга платная, она у нас стоит разовый 990 рублей. Ожидайте, вам перезвонит специалист и уже он вам поможет. Сегодня мы их проверим на абсолютно рабочем и исправном ноутбуке. Помните ролик, где мы у барыги отжали ноутбук Lenovo? Так вот, от того ноута у меня зарядка до сих пор валяется, а это не тот ноут. Это Lenovo IdeaPad Flex 2015 на Core i5 4-го поколения, 8 гигов оперативки на SSD-шнике с видеокартой NVIDIA GeForce 840M. Я там еще откатил версию видеодрайверов самых последних, до каких-то там предыдущих старых, безо всяких перезагрузок, что привело к небольшим фризам при монтаже в премьере, да и просто при использовании. Ну, как-то, ну, не так он стал использоваться. Но в целом он обслужен и вполне хорош в работе. Пока мы ждем звонка мастера, сейчас мы быстренько пробьем их на сайте MVideo, чтобы убедиться, картиночки это или нет. А смотри-ка, и правда, они сотрудничают с MVideo. То есть это не просто так, это уже говорит о серьезности конторы. Вряд ли MVideo будет сотрудничать с какой-то шарашкой. Этим видео и сама шарашка. Алло. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, да. Меня Дмитрий зовут, служба добрых дел. Собственно, проблема с компьютером, подтормаживает. Скажите, вы TeamViewer скачали уже? Да, скачал с вашего сайта TeamViewer. Мне потребуется узнать ID и пароль. 1094. Хорошо. Угу. Евгений, а в чем именно заключается? При работе в программах, вот как-то он неплавно работает, как-то, как бы сказать, фризит, что ли. А проблемы как-то при запуске локализованы или... Нет, вот нет, при запуске нет, просто, да. Просто работать некомфортно. Ни с чем связи не наблюдается? Не наблюдается. В автозагрузках никакого мусора не вижу, все плюс-минус.
оставаться, я сейчас полазю, проведу диагностику. Хорошо. Мастер сразу полез смотреть загрузку процессора и памяти в диспетчере задач и начал давать рекомендации по автообновлениям. Да, как бы это первое, что и любой шарящий человек посмотрит в компах. Смотрите, у вас есть служба, которая связана с обновлением, с проверкой всяких обновлений, которые не критичны и не обязательно должны работать постоянно. Так. Вот, например, как Google, они у нас уже отключены, я вижу. Вот с Autodesk та же история, например, с кроватом, с Adobe кроватом. Вот эти все вещи тоже можно отключить. Спасибо глянцевым экранам ноутбука. В них отражается вообще все, что только может отразиться. Даже в темноте. А драйвера вы обновляли? Как вообще давно компьютер приобретен? И были ли такие проблемы? Существуют они давно уже или после какой-то ситуации? Ну, они давно уже существуют. По поводу драйверов я даже не в курсе. Здесь, возможно, они просто и не установлены. Так, ну, это, конечно, не очень хорошо. Драйвера надо периодически устанавливать. Для этого есть специальные программы, которые пакетные. А это же Windows 10, она сама ведь все устанавливает. Ну, к сожалению, не совсем так. Вот. И, ну, можно все это делать вручную, но есть специальные программы, которые пакетом просто драйвера все ставят. Так, куда бы еще заглянуть? Давайте логи ошибок посмотрим. Вот насчет TeamViewer это плюс. Ведь незнакомому мужику не придется сидеть у тебя дома и даже не будет стоять у тебя над душой, если они там вообще вдвоем не придут. Чись хотите? Я постою. Все. Так лучше видно. А потом еще и не накидают тебе страйков на ролик за то, что показал их на ютубе. Но, однако же, мастер опять ничего не может поделать с железом. Может, у тебя просто комп вообще в хламину забит пылью? Евгений, посмотрели логи. Критических ошибок нет. Есть, конечно, вот связано что-то с периферийными устройствами, может быть, которые не дают доступ к себе. Но это все не критично. Ну, и службы я часть отключил, часть еще можно отключить. У меня вопрос вот еще был. Программка, если Premiere Pro... Там, когда видео рендеришь, то рендером занимается процессор, а не видеокарта. А ведь можно настроить так, чтобы загружалась именно видеокарта, а не процессор. Либо они работали вообще вместе. Так, вот как эта нагрузка в Premiere Pro распределяется, это я точно не знаю на самом-то деле. Угу. Вот по этому поводу могу уточнить. Мастер не смог ответить на вопрос про Premiere, но как бы, если честно, это очень узкоспециализированная программа и далеко не каждый вообще ее знает. Последнюю версию драйвера сейчас скачаю. Настояла не последняя, да? Текущая новее, чем у вас. Поэтому я рекомендую обновиться. Неактивированная Windows, она медленнее ведь работает? Нет. Нет? У вас неактивированный Windows? А я не в курсе даже, это как бы не мой компьютер. Просто слышал то, что могут быть какие-то проблемы. И мне какой-то мастер говорил то, что компьютер медленнее работать будет. Можем так оставить, если хотите, уточните у человека, который занимался. Знаете, что тут еще хорошо? Цены фиксированы, и мастеру не нужно будет придумывать проблемы и впаривать тебе дополнительные услуги. Это вот прям решает проблему домушников просто вот вообще на корню. Мне это нравится. Аппаратные части фризы с чем могут быть связаны, что оперативная память... это повреждена. Если у вас, например, несколько плашек установлено, можно это проверить, вынимая поочередно и смотря, как это отражается на работе. Вот так можно выявить. В общем, мастер все-таки нашел причину, и, как ни странно, он все привел в хорошее. Можно сказать, даже в идеальное состояние он отключил ненужные службы, о чем я бы даже не стал бы заморачиваться, надо же знать, какие службы-то отключать. И даже не брал по 300 рублей за каждый установленный драйвер, как это любят вот эти вот домушники. Очень хорошо, что мастер еще дал советы по дальнейшей эксплуатации. Ведь они обучают еще, а не только помогают с важным видом. Знаете, и вообще, вот это все было очень быстро. Вот буквально от моего звонка до окончания работ, буквально полчаса всего прошло. Как по мне, это оперативно, так что если у тебя что-то случается с компом, то это решено будет быстро. Без проблем вообще. Мне сервис всего скорее понравился. Все было адекватно, без лишнего трепа, мастеров, там про тещи, про котиков. Очень хорошо вот эта тема подойдет для родителей. Когда у них стоит комп, и они постоянно тебя запаривают с какой-нибудь ерундой, типа окна в браузере стали открываться спорно, или просто там не могут разобраться, где пасьянс лежит. Евгений, все, мы можем перезагрузить компьютер. После этого так. Я вас прошу потестировать, как все будет работать. Если не поможет, то, скорее всего, речь уже пойдет по аппаратной части. Угу. С этим мы помочь не можем, но, естественно, мы можем дать какие-то рекомендации. Угу. Удаленно или при выезде... Мы помогаем только с
Значит, я просто сейчас перезагружаю компьютер, как вы отключаетесь, и дальше уже смотрю по результатам, да? Да, давайте тогда, да, возьмем денек, наверное, вам на потестироваться. Ага. И потом свяжемся и расскажете. Если что, то я вам могу позвонить еще через день, это будет уже тоже бесплатно, и мы как бы уже доведем работу до ума, да? Хорошо. Да, правильно. Хорошо. Ну, все. Если хотите, можете назначить время, я вам сам наберу. Угу. Все, то... все, спасибо, Евгений, тогда буду ждать. Из минусов мастер только работает с ПО. Но, в принципе, удаленно они и не могут как бы проверить ничего другого. Они не будут же рассказывать какой-то бабушке, как и чем можно проверить напряжение на выходе из блока питания. Знаете, главный плюс, у мастера нет стимула разводить тебя на дополнительную плату, потому что он все равно получит фиксированную оплату. Мне вообще кажется, будущее вот за подобными сервисами. Нет, если я не увидел какой-то минус, то вы мне напишите, как по мне мастер все сделал правильно, все сделал адекватно. Я даже не знаю, к чему докопаться. К отзывам на сайте, что ли? Слушайте, мужик потратил больше получаса своего времени бесплатно, все четко сделал, и мне, если честно, как-то даже неудобно. Так что я какую-нибудь там ссылку все-таки оставлю в описании. А с вами был Жека, охотник за головами барыки мошенников. Подписывайтесь на Инстаграм, ставьте лайки, не забывайте переходить в группу ВКонтакте, ну и сейчас здесь будут ваши комментарии, и всем пока. А, секунду. Отныне это теперь будет традицией. Ой-о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 й